Так, люди, коннект. Да. О, блин, только что было 2 из 4. Не вовремя, Бэтмен. Да, но... Так, легенд меняю, IP. Я кого меняю? Коннект. Ну, Криш, это... Перелад. Где? Там, где? У меня фонарик перегорел. Где? Как это? Вот так. Вы тут? Так, сейчас батарейки подождите, сделаю. О, все, погнали. Он где-то что-то заорал. Не бросайте меня. Давай, беги за нами, наркоман. Я бегу, бегу, бегу. Так, прямо, да? О, блин, люди где? Я врезаюсь. Как мы скажем, где мы? Если мы еще не докуда не дошли. Сами не знаем, где мы. К горам идите. Пока, да ну нафиг эти горам. Ой, я вижу этого чела. Я волка вижу. Молодец. Ой, не беги. Не бросай меня. Я иду, все, мы устали. Я хромаю, так. Я хромаю. Всё, я на него смотрю. Чего? Да все, он не ТПшница, я на него смотрю. Он выглядит тобой. Только что ты его видел недавно. Он телепортировался перед тобой прям. Может, бог стоял? ТПшник. Он проскочил перед тобой. Отвернись от него, наркоман! Я отвернулся. Чё он орёт? Я возьму первую записку. Так, я иду к тебе, я иду к тебе. Я вижу тебя. О, где ты записку нашел? Я? А, в горах? Где ты? А, вот. Я долго его ждать. Ладно, пойду гулять. Ладно, каждый, короче, мы вместе вдвоём ищем записки, ты и я отдельно. Да, если сдохнем, за тобой будем следить. Да. Да, я быстрее сдохну. Главное, что... блин, я устал бежать. Молодец, я сейчас тоже устал. Подожди меня. О, как ты сказывал. Подожди. Будем танцевать. Хватит танцевать, же. Я иду. Стоять. Тут. Эй. У вас тоже проблемы? Я бегу вперед по тропинке. Это было страшно. Ты вообще где, блин? Я меня опять выбросил. Ну, наркоман, я один опять что ли остался? Да блин, тупая. Кто у меня? У меня же ничего с интернетом не связано. Ладно, понятно. Мистер Брэйн скопытился. Пошли дальше. Ладно, что у меня? NVIDIA, что ли, у меня? Не мешает интернету работать. Ладно. Мне кажется, этот красный мужик в трико за мной гоняется. Он меня преследует. Ты сдох? Я кто мне написал? Нет, я не сдох, он просто меня напугал. Ладно, я буду одиночный пока поиграю. Типа я его не вижу, да? Умер? Нет. Я живучий. Овна, я еще. Я иду к горам. А почему у него голова считается, кстати? Сейчас, ну все. Так, гаражи какие-то, гаражи. Люди, скоро будут крики. И крики будут не мои. Хотя, ну кто знает, может быть мои. Все, я еще одну записку. Тупая падла. Слышишь? А, я кручу 360 без фонарика, 360 без фонарика. А, что будет орать. Еще в одиночной игре? Давай, наркоман. 360 без фонарика, 360 без фонарика. Погромче включи, чтобы тебя слышали. Да, вы все услышите.
Эй, где ты? Я же кручу по лайкам 360, и его не появляется. Он тебя ненавидит, вот он не появляется. Давай, хивись передо мной. Вызови его ритуалом, построй храм. Эй. Появись. Воскресни, мужик в красном прикол. Товарищ, у меня такое чувство, что он за мной идет. Так и есть. Чувак, ты что, скопытился? Он где-то рядом. Я кручу камеры и периодически его глаза высвечиваю. О, я нашел Свендера. А, нет, это просто записка. Да, издалека он записка похожа на Свендера. Опа, и что я нашел? То самое место, где ты орал в первый раз. Остановлюсь? Конечно. Все, меня здесь не тронут. Ну где ты меня смотришь? Если смотреть в потолок, то он тебя не тронет. Если смотреть в пол или в потолок, он будет пытаться тебя убить, но не будет нас слышно криков. Фак, зачем я иду бремя ему? Ну убей меня! Ну убей! Пожалуйста, слушай, я хочу убить! Я его сейчас вижу, я его сейчас попрошу. Иди убей мистера Брайана, все, я пошел. Еще одна записка. Красава. Он где-то рядом, он тупо стоит и смотрит на меня. Я кручу камеру, а периодически его глаза высвечиваются. Ладно, я пока хожу, как его встречу, он меня сразу убьет, и я ухожу, наверное. Все, я не двигаюсь. Он скоро заорет. Ну что, тебя боится, чтобы орать? Нет, он заставит орать тебя. Ты будешь орать женским визгом. На мне одета броня, но мои яйца одета броня. Ты чё меня пугаешь, ты падла тупая? Быстрее, пугай меня! Пугай меня! Да, чё ты только меня пугаешь, иди его пугай. Только мне не надо. Да, пусть он будет нашим исследователем. Будет собирать записки, а я буду угорать от него. Ну давай, иди сюда, иди сюда. Он опять возле меня поорал, прям перед носом. Ты не подойдёшь ко мне? Нет, чувак. Ну блин, чё он не орёт на меня? Ну давай, подходи. Фак. Я его нашел. Его за спину ко мне телепортнулся. Черт, это тупик. Ну все, я вижу. Окей, прикольно. Я возле тебя, где-то примерно умер. Ты умер, да? Да. Ладно, пошли его искать. Ну блин, что меня не пугает? Почему я сквозь деревья прохожу? Возле тебя. Справа от тебя. Люди, мы еще записываем? Глаза видим. Да пофиг. Люди, мы еще записываем? Да тебе какая разница? Наркоман. Да. Но я понял, что Эмиль в сети, какого фига? Ладно, люди. Так, люди, мы вернулись. Фак. Мы вернулись и идем дальше собирать записки. Ты записал это? Ты записал мои крики? Да нет, да не твои, а мои. Слушай, я не тупой в этом от некоторых. Да нет. Забыл ответить. Молодец. Я короче тупо смотрел вверх, и он на меня долго. Потом пауза. Пауза. И, короче, в конце у меня тут. Он прикольный. Да, он такой няшка. Здорово, няшка. Ну, все тоже приятно. Называйте его няшкой. Ну, зашибись, вы все сдохли. Молодцы, ребята. Вот чего хочу пожелать. Когда будете выиграть в эту игру, никогда не пытайтесь с ним танцевать. Иначе ему это не понравится, и он будет более яростно вас находить. Всем пока.